Всем большой привет, ребята, с вами Раиль. Сегодня намечается очередной разбор, и будем разбирать песню Элвина Грея «Девочка моя». Ну и по традиции, сначала включаю вам кавер на эту песню в моем исполнении, а потом уже приступаем к разбору. Поехали. Сегодня ты одна и ждешься моего звонка. Я за тобой приду, я тебя заберу. Специально надеваешь это платье для меня. Туф и на каблуках помаду яркую. Подойди ко мне, обними меня. Посмотри в мои глаза. Ничего не говори, почувствуй притяжение тела. Ты ведь этого хотела. Девочка моя, прошу тебя, танцуй. Двигайся быстрей. Настройся на нашу волну. Нашу волнуется душа, когда ты смотришь на меня. Ты моя энергия, ты моя любовь, ты моя беда, ты девочка моя. Ты девочка моя. Все вокруг, закрой глаза и услышь ритмичный сердцу стук. Подойди ко мне, обними меня, посмотри в мои глаза. Ничего не говори, почувствуй притяжение тела. Ты ведь этого хотела. Девочка моя, прошу тебя, когда ты смотришь на меня. Ты моя энергия, ты моя любовь, ты моя беда, ты девочка моя. Ты девочка моя. Вот так вот. Ребята, вот так звучит мой кавер на песню «Девочка моя». Сейчас приступим к разбору. Но, ребята, прежде чем приступим к разбору, хочу представить вашему вниманию новый музыкальный канал на Ютубе. Это канал музыканта Артура Страхова, или он же Journal Art Pro. На его канале будет много полезной и хорошей информации по поводу изучения гитары, а также много различных других роликов, потому что он собирается снимать на различные тематики сразу. Друзья, подписывайтесь на его канал, ссылочка будет в описании под видео. Парень очень прикольно играет испанские темы, поэтому, если среди моих подписчиков есть такие люди, которые обожают испанские темы, этот канал будет как раз для вас. Ну а мы приступаем к разбору. Ребята, сразу посмотрим аккорды этой песни. Их не 3 и не 4 даже. Здесь их 5. А если быть точнее, 5,5. Давайте размещу камеру чуть ближе, чтобы показывать вам аккорды. Вы прослушали мой кавер, там другая тональность отличается от оригинальной. Что? Почему так? Потому что, друзья, мне было высоковато петь в той же тональности, что пел и Элвин Грей, поэтому я понизил совсем ненамного, на полтончика. Покажу простые аккорды в самом конце видео, а пока что посмотрим мою тональность, то есть в которой исполнил я. По сути, все переборы и бои будут также играться на тех же аккордах простых. Но пока посмотрим мою тональность. Я спустил с тональности ля минор на соль диез минор. Вот в этой тональности играл соль диез минор, 4-й лад, верхняя посадка без фака. Следующий аккорд был Е. Третий аккорд был аккорд F диез мажор.
верхняя посадка, то есть второй лад. Да? Четвертый аккорд — это аккорд B или C мажор. Или еще по-другому H пишут, но это не совсем правильно. B. Этот аккорд B можно взять на третьем ладу. Фу, то есть на втором ладу, вот здесь, в начале грифа. Не совсем удобной формы барре это зажимается, конечно. Поэтому я его спокойно беру наверху вот здесь. И последний аккорд. Аккорд Ре диез минор. Или почему я назвал здесь количество аккордов 5 и 5? Потому что еще есть аккорд Ре диез септаккорд. Д решетка 7. То есть, по сути, та же самая нота, Ре диез. От нее мы строим два аккорда ДМ, Ре минор, и Д решетка 7. До диез, Ре диез септаккорд. Песню я начал петь и исполнять сразу, без вступления. Перебором вот таким. На всех аккордах такой перебор, то есть шестая, третья, вторая, первая, вторая, третья струна. Аккорд соль диез минор зажимаем, поехали. Шестая, третья, вторая, первая, вторая, третья. Раз, два, три, раз, два, три. С остановкой на первой струне. Аккорд Е. Следующий аккорд в нашем куплете — это аккорд Б. Друзья, смотрите наверху, я разместил в углу порядок аккордов в куплете, какой в припеве, вот там. Дальше аккорд Б, как я сказал, шестая, третья, вторая, первая, вторая, третья, аккорд фа диез мажор. Шестая, третья, вторая, первая, вторая, третья, и все, играем. Давайте попробуем спеть. Сегодня ты одна и ждешь все моего звонка. Я за тобой приду, я тебя заберу. Специально надеваешь это платье для меня. Туфли на каблуках, помаду яркую. Молодцы, это первая часть была куплета. Дальше продолжение куплета уже чуть-чуть на других аккордах. Возвращаемся на аккорд ЕМ. Следующий аккорд F диез мажор. Опять соль диез минор. И вот появляется Ре диез минор. Тут переборчик меняется, такой фортепианный. Получается, это дергаем бас и две нижние струны вместе. Потом третью, первую, вторую, третью снова. И так еще раз. Доигрываем. То есть раз, два, три, четыре. На четыре счета играем вот этот перебор. Раз, два, три, четыре. Следующий аккорд фа диез мажор. Раз, два, три, четыре. То есть то же самое дергаем. Дальше шестая, первая, вторая струна. Аккорд соль диез минор. И аккорд Ре диез минор. Да? И за вторым разом проигрываем то же самое. Ми. Фа диез. И резко перемещаемся на аккорд Ре диез септаккорд. Д решетка 7. То есть с F диез на этот аккорд. Как бы в окончании. И супер припев начинается. Ну, теперь попробуем с этого места. Подойди ко мне, начинаются слова. Подойди ко мне, обними меня, посмотри в мои глаза. Ничего не говори, почувствуй притяжение тела, ты ведь этого хотела. Кстати, на последнем аккорде Ре диез септаккорд, там же он звучит дольше, чем другие. Можно дернуть за вторым разом вместо пятого баса четвертую, то есть для разнообразия.
То есть также пятая и первая, вторая вместе, потом третья струна. Потом четвертая и первая, вторая вместе. И проводка вниз. Дальше по блокированным струнам вниз-вверх делаем, и начинается припев. Ну, надеюсь, вы все поняли, давайте соединим теперь первый куплет целиком. Сегодня ты одна и ждешь все моего звонка. Я за тобой приду, я тебя заберу. Специально надеваешь это платье для меня. Туфли на каблуках, помаду яркую. Подойди ко мне, обними меня, посмотри в мои глаза. Ничего не говори, почувствуй притяжение тела. Ты ведь этого хотела. Девочка моя. Дальше делаем удары по блокированным. Раз, два, раз, два. И в это время говорим: девочка моя. Девочка моя, прошу тебя, танцуй. Двигайся быстрей. Настройся на нашу волну. Нашу волнуется душа. И так далее. То есть бой начинается. Посмотрим его. Аккорды такие же, как в начале куплета. Аккорд соль диез минор. Удары вниз, вниз. Дальше аккорд ми е. Вверх, 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 вниз, вверх, вниз, вверх. Чуть-чуть бой меняется. Вверх, 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 вниз, вверх, вниз, вверх. Разделите. То есть на G решетка M два раза вниз, вниз. Вниз, аккорд Е, вверх, вверх, и за последним разом вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, аккорд соль, фу ты соль говорю, Си, Б, вниз, вниз, аккорд фа диез мажор, вверх, 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 вниз, вверх, вниз, вверх, три раза вверх посередке, да, запомнили? Давайте пробуем. Нужно успевать в долю приходить. То есть раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Идет счет. Можете метроном включить в этом темпе. Можно медленнее, чтобы успевать. Но было что вот так. Раз, два, три, четыре. 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 Раз, два. Ровно приходите в долю, в любом случае, если даже считать четвертными, если их удвоить или сжать по быстроте счета, все равно вы должны ровно играть в долю. Молодцы, теперь можно попробовать спеть припев, он мощный. Девочка моя, прошу. Так люблю разнообразить. Что мы делаем? Обязательно прием палм-мьют, то есть ставим ребро нашей правой руки вот сюда, прямо на нижний порожек, чтобы замученный звук был. Играем удары вниз и сразу блокируем, то есть прямо ставите вместе с ударом ребро вашей руки. Потом бас дергать. То есть обязательно удар вниз на палм-мьют, а бас можно
просто убрав руку, то есть чистую. И так 4 раза на каждом аккорде. Раз, два, три, 4. Аккорд Е. Б. Раз, два, три, 4. Аккорд Фа. Раз, два, три, 4. Все в темпе. Примерно одинаковое звучание должно быть, то есть не все время попадать только на первую струну, а потом другое время на четвертую или третью. То есть старайтесь попасть примерно на три вот эти струны посередке, четвертую, третью и вторую струну. То есть неизбежно, конечно, будете цеплять первую, но это не страшно. Ты девочка моя. Я специально вниз ушел голосом, потому что вверх не могу там фальцетом. И сдох, короче. Сдох бы точно, если бы вниз не ушел. Молодцы, ребята, вот таким образом допиваем. И что хочу сейчас сделать, предложить вашему вниманию два отдельных ролика, где вы сможете потренировать первый бой этот, под метроном вместе со мной, и второй бой, который вот этот, спал мьют. Два ролика. Эту фишку я подцепил и решил применить у себя от канала Chorus Music. Канал ведет девчонка по имени Скрипа и ее друг-вокалист. Так вот, суть в чем? Вот смотрите, на экране есть два значка, на которые вы нажмете и перейдете на другие два разных закрытых видео, где вы сможете потренировать вот эти два боя, которые мы сегодня прошли. Там под метроном, медленно и быстро. То есть очень хорошая вещь. Этот раздел уже будет называться как практика. Ну а мы продолжаем, друзья. Начинается второй куплет. Он для разнообразия играется чуть-чуть другим боем. То есть... Остальное все так же, такие же переборы. Бой какой, смотрим. Для него тоже будет отдельный блок в конце. Бой. Соль, диез, минор, удар. Вниз, вверх, хлопок. Вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вот, приближаемся и блокируем. Еще раз. Аккорд Е. Аккорд Б, вниз, вверх, хлопок, вверх, вниз, вверх, аккорд Фа диез. Если не успеваете за мной, просто, друзья, ставьте на паузу и повторяйте. Молодцы, попробуем спеть. Давай займемся любовью прямо на танцполе. Ждать не могу и терпеть этой душевной боли. Зажгем огонь любви, осветим мы все вокруг. Закрой глаза и услышь ритмичный сердце стук. Подойди ко мне, обними меня. Дальше тот же самый перебор, который был и в первом куплете. Прямо копии, слова те же, и перебор, и все. Песню заканчивайте таким же образом. Вот, друзья, вам ссылочка на видео, где вы сможете протренировать последний наш бой. Переходите. Ну и, как обещал, давайте посмотрим эту песню на основе простых аккордов, без баре, хотел сказать, но там баре есть, ребята. Ну, в оригинальной тональности, скажем. Аккорд АМ там, самый главный. Следующий аккорд F. Потом C. И аккорд G. Вот почти всю песню на этих аккордах нужно сыграть. Перебор и бой все так же. Еще появляется аккорд ЕМ в одном месте. И потом Е7. То есть, да, это вот в этом месте. Подойди ко мне, обними меня, посмотри в мои глаза. Ничего не говори, почувствуй притяжение тела. Ты ведь этого хотела, девочка моя.
прошу тебя, танцуй, двигайся быстрее, настройся на нашу волну, нашу волнуется душа. Ребята, к сожалению, уже будем закруглять на этом наш данный разбор. Если у вас получилось все это разучить, вы молодцы, дайте 5. Согласен, что 5 не дашь через экран. Ну, а я попытался. Ребята, если понравился разбор, ставьте лайки. Набираем 700 лайков, выходит следующий разбор на новую песню. Не буду сразу говорить на какую, тоже очень интересную. Обязательно подписывайтесь на музыкальный блог «Хижина музыканта». Почему подписываться, ребята? Да потому что это бесплатно. Подписавшись, вы 100% получите все мои ролики, которые я буду выпускать. А я их выпускаю очень часто, в неделю по 2 ролика и даже по 3 бывает. И, друзья, есть одно мое стремление. Я хочу к январю уже набрать 100 тысяч подписчиков. Давайте это сделаем вместе. Создадим вместе большой канал, посвященный музыке. Огромное количество иностранных всяких каналов, друзья, есть, где разбирают всякие современные песни. Ну вот, на русскоязычном Ютубе этого нет, к сожалению. И поэтому я хочу стать таким вот человеком, который будет создавать для вас разборы песен и каверы на очень-очень знаменитые и самые свежие топовые песни. Не только русские, но и иностранные. Поэтому, друзья, не ленитесь, нажимайте на кнопочку «Подписаться». И хочу еще сказать такую вещь. В этом году я выпустил обучающий курс под названием «Освоим гитару за 7 дней». Если у вас в течение этого ролика многие вещи не получились, то есть вы еще полный новичок, нуль, так сказать, не знаете, с чего начать изучение гитары, пожалуйста, друзья, специально для вас я выпустил вот такой вот курс, пройдя который вы уже спокойно будете исполнять все песни, которые я выкладываю на этом канале. То есть они не такие простые, по сути, да? Но изучив вот этот курс «Освоим гитару за 7 дней», вы сможете играть любые ваши любимые песни. Там не только аккорды изучаются, там и нотная грамота чуть-чуть есть, бои. Все, что вот свой путь, который я прошел в музыке, то есть с чего начинал, все я там рассказал, все показал, как делалось. Проходите, ссылочка будет в описании под видео на этот сайт. Да, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, ну и, конечно же, добавляйтесь в группу ВКонтакте. «Хижина музыканта» называется. Я есть в Инстаграме. Все, до скорых встреч. Пока.